который несколько дней бушевал на Филиппинах и в Японии, сегодня достиг Приморья. В эпицентре циклона Владивосток к стихии в Приморье. Подготовились, спасателям даже помогал Роскосмос. Я думаю, что с нашим фестивалем V-Rocks, рок Владивостока, мы его называем по-русски, имея в виду все значения слова «рок». У него определенно своя уникальная миссия, и вам не нужно делать какие-то тяжелые шаги в этом направлении. Стоит только посмотреть и понять. Hello, we are Victim Mentality from South Korea. Я думаю, что то, что здесь происходит на фестивале V-Rocks в Владивостоке, это отличное начинание. Мы знаем огромное количество примеров по всему миру. В России таких примеров, если честно, я не встречал, по крайней мере, с точки зрения музыки. Привет, V-Rocks, мы группа Echo Tape. Честно, хочется просто делать то, что нам нравится в первую очередь. Мы очень счастливы, что это находит отклик в сердцах людей, что мы можем, я не знаю, поехать на другой конец родной страны, да, и выступать здесь. Это очень здорово. We're Instrumenti from Riga, from Latvia, and this is our first time here in Vladivostok, and it's been awesome. Amazing. V-Rocks Rock. Это у нас Second Hand Roses, да, готовится выступление или кто у нас? Пойдем посмотрим. Hi, this is Hani Al-Khatib, and I am here from Los Angeles, California, and we're here actually to kind of share kind of American culture and American rock and roll with the people of Russia. Yeah, I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Спасибо! До новых встреч! V-Rocks!